Ну что ж, раз уж появилась такая возможность, я пришла посмотреть, каково это купить в Азбуке Вкуса в свою тару. И я взяла с собой несколько боксов. Вот. И хочу сейчас попробовать купить рыбу, потому что это самое сложное. И обычно все задают мне вопросы, ну вот как это купить, рыбу или мясо в свою тару, ведь обязательно же откажут. И сейчас мы будем развеивать эти мифы. Здравствуйте. Можете нам, пожалуйста, рыбки? Без костей обязательно. Вот это или вот это? Да, можете мне такой, пожалуйста, мой бокс? Давайте штучки три, вот три кусочка. Три кусочка, да. Хорошо. Да. Я взяла самый надежный бокс, чтобы у меня вся сумка не провоняла потом рыбой. Это бокс как раз с такой силиконовой прослойкой. Я потом объясню, почему именно он и почему и у него определенный вид пластика. И все, я так отдаю с вот этим стикером, да? Да, с этим стикером. Хорошо, спасибо. В общем, этот бокс, его можно переворачивать как раз, и он не будет течь. И я еще за него получу 5 рублей. Можно туда купить? Ну вот, собственно, так. И все без пакетика. Ну, попробуем, чтобы пользоваться пакетом. Еще у меня цель, я хочу квашеную капусту на разрез. У вас есть сегодня квашеная капуста? Квашеная капуста есть, да. На обед, приготовлю на обед. А есть вот свою покупку? Свою покупку мы вам уже приготовили. Что-нибудь? А есть капусту хотите? Да. Капусту? Да, мы вам откуда-то сделать, да. Нет, вашу посуду хотите, да? Давайте. Мне, пожалуйста, 300 грамм морской капусты. Хорошо. Так, сколько? Грамм 300, да? Да, да, грамм 300, я думаю, мне хватит. Если у вас пара своя, то это... Вы можете набрать баллы на кассе. Да, я так и хочу. Ну и чтобы не больше специально. Спасибо. Нам нужен сыр, потому что Ром любит сыр. И здесь еще очень прикольно, в Азбуке Вкуса можно купить, помимо того, что в свою тару, есть еще товары, которые обозначены этикеткой минус 40%. То есть это товары, которые подходят со сроком годности, но они еще вообще отличного качества. Я хочу купить именно такую моцареллу, потому что Рома любит моцареллу, и я с удовольствием возьму в свою упаковку. Можно тоже, пожалуйста, свой бокс? Вот моцарелла? Маленькую. Да, маленькую. Ну, грамм 300, наверное, можно взять. Или всю вот, которая есть. Короче, мы сделаем так, чтобы ее не выкинули. Мы просто ее купим, и я для Ромы сделаю салат. А бонус будет за... Помимо того, что я купила с этой 40% скидкой, я еще и получу бонус за каждый. Да. Спасибо. Приятного.